Опаньки! Здорово, репця! Привет, игруля! Здорово, коты! Всем привет, привет, друзья! Ну чё, го! Куда го? Ну, как куда? Зырить дальше игры марсианские! Друзья, ставьте лайкос, если интересно, какие игрули мы заценим в этой серии! Ну, го! Чё бы и нет! Итак, в первые три игры мы уже играли, поэтому выбираем Стопэ! А мы же в инкубаторе яичко оставляли в первой серии, помнишь? Было дело. Так, может, она уже вылупилась? Хм, скорее всего. Ну ты пошли позырим на нового марсианского чудика. Отличная идея. Запускаем инкубатор, друзья. О, да, яичко готово. Готово? Я буду. В смысле, вылупляться готово. А, тю ты. Давай тогда пыпкнем на него. И здесь у нас новый желтый марсианин. Пока что он детеныш, но мы его сейчас покормим, и он быстренько подрастет. Готово! Два чудика открыто. Но внизу вон еще сколько яиц не вылуплено. Знать бы только, как получить доступ к этим новым яйцам. Ух ты, смотри, Бубу, подсказка. Там нарисовано, что красный чудик плюс желтый равно оранжевое яйцо. Это хорошо. Осталось понять, как нам этих чудиков сплюсовать. Как пить дать? Вот это устройство в центре нам поможет. В нем как раз есть две капсулы. А ну-ка, красного ставим влево, а желтого вправо. Отлично, запускай. О, что-то происходит. И... О, да, это оно, дружище. Новое оранжевое яйцо. И как только мы его добыли, появилась возможность еще и синее яйцо прикупить. Берем. Да ясен красен. Че вот это выращивать по одному, если можно по два? Аргумент. Ну тык. Ставим синее яйцо на второе гнездо, друзья, и можем возвращаться домой. Дальше инкубатор и без нашей помощи справится. Ну что, продолжим? Посмотрим новую игру. Обязательно! Но сначала го на кухню! А то я на эти яички насмотрелся и хремзануть захотелось! Ха, кто бы сомневался! Ну ладно, пошли чего-нибудь перекусим. Только по-быстрому. Ну, это как пойдет! Хе-хе! А вот ты холодильничек! Погоди, а прям за тобой? Это что за дерево? Это что-то типа домашнего сада. Так давай собирать урожай. Все же уже поспело. Да, можно. Вот как раз и перекусим. Держи ананас. Ням, хороший, сладенький, спелый. Дальше у нас черника. Пробуй. Ням, вэх, переспело. Пробуй тогда грушу. Ом, вэх. А вот груша не доспела. И осталась клубника. О, отличная клубника. Идеальная спелость. Все, больше на кухне ничего не растет. Вроде нет, но лучше лишний раз проверить. Мало ли. Не, здесь только курро. Кто-кто? Ну, курро. Петух мой домашний. Вон он сидит, важный такой. О, кстати, у меня тут идейка возникла. Го, мебель новую прикупим. Чего это ты вдруг решил? Да просто курро увидел, какой он нарядный. И решил кухню тоже, так сказать, принарядить. Ну, давай посмотрим, что есть на выбор. Начнем с верхних ящиков. Есть вот такой вариант. Неплохо. Еще такой есть. Че-то он почти как первый. Еще так можно. Правда, стоит это уже заметно дороже. Ну а дальше нам пока не хватает уровня. И какой вариант прикупим? Ну, я даже не знаю. Давай, наверное, первый. Он самый симпатичный. Кстати, а что это за стрелки в самом верху слева? А ну-ка. Воу! Так мы можем менять всю кухню целиком, а не по отдельности каждый ящик. Вот это крутяк! Мне такая кухонька нравится. Она прям такая, почти как у меня дома на земле. Ну да, чем-то похоже. Ну что, тогда берем ее. Агась! Крутяк! Надо бы это дело отметить.
Го, поедим! Заодно и затестим новый стол! Не-не-не, давай в другой раз. Мы же сюда пришли чисто перекусить. Эх, ну ладно, попозже тогда отметим. А сейчас время теста новой игры. Курро! А ты будь здесь и никуда не уходи. А то мало ли, вдруг я захочу яишенку в качестве праздничного блюда. Хе-хе. Где игровое кресло, ты знаешь? Топай. Ух, интересно, что за новая игра ща будет? Одно точно, раз она новая, то мы в нее еще не играли. Да ладно! Вот если бы ты сейчас не сказал, я бы и не догадался. Я так и подумал, поэтому и сказал. Итак, следующая игра, в которую мы еще не играли, называется «Складывание яиц». И смотри-ка, игруля, там Курро нарисован. Ага, я тоже заметил. Идем смотреть. Вот почему был нарисован Курро, потому что в этой игре он главный персонаж. Агась! Упс, чёт мы заболтались. Давай, перезапускаем и в этот раз пробуем играть. Цыплёнок Курро скользит по льду, и мы можем откладывать яйца, благодаря которым наш пернатый может подниматься вверх над землей. Как-то эти яйца постоянно тратятся! Они цепляются за препятствия, и наша задача регулярно добавлять яиц, чтобы цыпа мог двигаться дальше и не падать, как сейчас. Ну что, кажется, как играть разобрались. Давай перезапустим и сыграем уже как следует. В общем, чтобы не проигрывать, Курро должен постоянно добавлять яиц, особенно над всякими ямками. Ну да, и я так понял, что лучше держать небольшой запас, чем набирать прямо перед препятствием. О, тут еще и звездочки есть. Ага, а еще какой-то короб. Ух ты, в нем какая-то улитка, и когда мы ее взяли, игра замедлилась. Ну, что-то так себе коробочка. Наоборот, есть время на подумать. О, еще короб. И в этот раз нам попался магнит. Зачем он нужен? Ты к звездочке же притягивает. Не заметил, что ли? Не-а. А вот теперь заметил. И снова короб. На этот раз нам попался щит. Это, походу, дополнительная жизнь. А может и нет. Поэтому специально проигрывать, чтобы проверить, не будем. Так-то уже долго держимся. Достаточно простая игра. Думаю, дальше там будет гораздо сложнее. Ох, а здесь-то куда? Ну, вот и все. Не, ну чё, результат так-то неплохой. Я считаю, достойная попытка. Согласен с тобой. Ну что, смотрим следующую игру? Не, у меня есть идея получше. О, как? И какая же? Да ты знаешь, посмотрел я на этого Курро. Он такой весь важный, модный, нарядный. И? Ну чё и? Го в гардеробную, да приоденемся. Хочу тоже быть модным. Ну, пойдем. Там как раз уже должна была открыться новая одежда. Ну и отлично. Значит, стопудово соберем модный прикид. Ну чё, как говорится, пора принарядиться. Воу, игруля, я прям сходу вижу наимоднейшую куртейку. Ты вот про эту зеленую? О, да, ты глянь, какая она клевая. Зеленая под цвет глаз, еще и с желтенькой футболкой. А, щадпад, берем. Все, доволен? Не-не-не, ты чего, продолжаем. Я хочу полный прикид, а не только куртейку. Ну ладно, тогда идем за штанцами. Ух ты, тут джинсы есть, посередине. Но я-то уже не в джинсовке, смотрим дальше. Опаньки, а вот эти зеленые штанцы, это прям то, что нужно. Смотри, они идеально сочетаются с куртейкой. Ага, они как будто из одного комплекта. Берем... И смотри-ка, мы получили достижение «Лучший покупатель». Ну, все правильно. Я же лучший. Лучший. А сейчас мы что делаем? Покупаем мне одежду. Вот и получается, что я лучший покупатель. Го, дальше смотреть, что есть. Следующий на очереди у нас юбки. Игруля, даже не начинай. Ладно. Следующая у нас обувь.
Из того, что есть, чё-то всё не то. Может, дальше что поинтереснее есть? О, как тебе вот эти синие кеды? Обалдеть! На них такие же полоски, как на куртейке. Походу, мы и правда собираем комплект. И заметь, все вещи из комплекта были четвёртые в очереди. Да? А ну-ка, лисни разулечку вправо. Если ты прав, там должна быть идеально подходящая к моему прикиду кепочка. Ну, какая-то есть. Примерь-ка. Ха! Это оно, игруля. Тот же самый зеленый и голубой цвета. Ну и отлично, образ готов. Эй, а очки? Интересно, а здесь теория комплекта тоже сработает? О, да, а чечи просто отпад. И цвет, и выглядит клёво. Ну вот, теперь точно полный комплект собран. Погоди, а вдруг есть какая-нибудь цепочка или медальончик? Ну, давай глянем. Сразу же смотрим, что у нас четвёртое. Это чё, бусы? Это явно не из комплекта. Да ну, по цвету вроде сочетаются. Да ничего они не сочетаются. Они по стилю мне не подходят. Давай позырим, что еще есть. Стопэ! Что, золотая цепочка понравилась? О, да! Смотри, как она сочетается с золотым значком на куртейке. Ну и еще я в ней выгляжу прям богато. Берем! Ха! И смотрите, друзья, мы получили достижение «Модник». О, вот видишь, значит мой новый прикидон подобран идеально. Главный модник теперь здесь я, а не петух Курро. Ну что ж, предлагаю на этой позитивной ноте и закончить серию. Агась, покеда, игруля. Всем пока, друзья. Увидимся в следующих видосиках. Всем пока-пока, ребята. До встречи на канале Игрули ТВ.